Всем привет! Попался мне недавно в рекомендации видео гайд для новичков по Виктории 2. Ну что ж, давайте приступим к обзору. Вы заходите в настройки. Настройки игры можете посмотреть на моем канале. Вот мы и на политической карте. Но не советую брать какие-то типа страны, там Колумбия, Египет, ну, потому что за Египет вы вообще не факт, что выживете, а на Колумбии, ну, просто скучно там. Не знаю, как можно не выжить, играя за Египет. Как правило, тебя сверят Великобритания либо другие великие державы из-за ивента на Суэцкий канал и раскопки в Египте. Вероятно, автор не играл за Колумбию, поскольку есть ивент на Великую Колумбию, а также есть претензии на Панамский канал. К тому же, если провести реформы, можно привлечь мигрантов Старого Света и стать региональной страной. Я первой игры советую выбрать какую-нибудь Францию или Италию. Вот это поворот! Но ты показываешь на видео 1836 год, тогда еще Италии не было. Пошлины на максимум и содержание армии и флота на минимум, ведь мы не воюем, нам оно не нужно. Вставляя снабжение армии на ноль, вы не успеете вовремя поднять организацию армии, если неожиданно войдут неприятельские войска на вашу территорию. Потом, если вдруг население будет очень бедное, то можно снизить налоги. Не стоит выставлять пошлины на 100%, это повлияет на покупательную способность собственного населения, что сократит также количество ремесленников и объединит все слои населения. Стоит ли снижать пошлины? Нет, они дают слишком много денег, чтобы их... В итоге автор не затрагивает многие игровые аспекты, и полезность его советов неоднозначна. От себя могу порекомендовать посетить сайт Вики от Парадоксов по игре Виктория 2. Также в корневой папке игры открыть мануал и изучить... И также пройти обучение в самой игре. Если не знаете английского языка, воспользуйтесь Google переводчиком. Спасибо за просмотр.